Всем здравия! Заказал в своей аптеке вот такой дыхательный тренажер. Пришел он в такой коробочке. Вот такая комплектация. Внешняя емкость, внутренняя емкость, переходничок, мундштук и трубочка. И вот эта штучка для измерения минутного объема дыхания. Это все я вычитал в инструкции. Ну и вот книжечка инструкция непосредственно сама. Вот такой аппаратик. Ну, хочу рассказать маленькую предысторию. В общем, получилось, как я вышел на этот аппарат или сподобился его купить. В общем, поехал я на свалку и выбрасывать мусор, и увидел, кучу книг лежит, много медицинской тематики, книги новые, и среди них была вот такая брошюрка. Вот, выход из тупика, видать, выбросили такого же, у такого же страдальца или страдалицы проблемы были, ну, наверное, жизненную гонку не выдержала. И вот эти книги выбросили, там еще была медицинская литература, ну, все в основном связано с болезнями сердца. Ну, и вот прочитал я, и там пишется про этот тренажерчик, она как бы является, ну, тут много чего расписано, вон, видите, она, брошюрка довольно толстая такая, но как бы в итоге рекламирует вот этот прибор. Ну, я к медицинским приборам как бы отношусь не очень так, как сказать, немножко критично, потому как много рекламы, потом читаешь отзывы, что ничего не помогает, всякие там магнетроны, филитроны, лохотроны и прочие вещи. Ну, а тут почему-то посчитал, что вот, как бы, видите, сигнал сверху через свалку, как это не смешно. Ну и заказал, пошел в аптеку. А, в интернет-магазинах есть, в продаже не все. Саратовское, по-моему, или самарское производство. Самоздрав. И, короче, друзья, пошел в аптеку, спросил, она говорит, сейчас через фирму посмотрим. Говорит, возможно, есть. Ну, вот там была какая-то еще расширенная комплектация. А это у меня получилось самоздрав стандарт что-то. Короче, чего-то тут маленечко, как бы комплектация чуть поменьше. Ну, все, договорились, позвонили мне. Пришел, деньги заплатил, вот эти пластмасски все стоят 2060 рублей. Ну, если бы выписывал через интернет-магазин, конечно, еще пересылка бы, плюс я живу в Забайкалье. Сюда вообще сейчас любимая почта подняла расценки. И раньше, если можно было еще за 300-350 по ценнику посылочка, сейчас она 500-600 рублей. Порой Евтинка выделки не стоит. Заказываешь на 100 рублей, 500 рублей за пересылку платить. Вот так вот. Но сейчас я покажу, соберу немножко. А, вот хочу сказать еще область применения. Так, глаза потерял. Ладно, надеюсь, так прочитаем. От чего он помогает? Вот одна рука занята, надо на штатив ставить. Не то, где там вначале был, пролистал. Так, показания к применению, значит, артериальная гипертензия, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, аритмия, мигрень, бронхиальная астма и хронический обструктивный бронхит. Так, эмфизема легких, не знаю даже, что за болезнь такое, очаговый туберкулез легкий, хроническая обструктивная болезнь легких, заболевание опорно-двигательного аппарата,
артроз, артрит, тут нарушение функции желудочно-кишечного тракта, неврозы. Ну, как бы область применения довольно широкая у него. Попробуем. Ну, я-то страдаю, как бы, ишемической болезнью сердца, инфаркт вот был. Будем пробовать. Сейчас я его соберу, покажу вам, как он собирается. И еще немножко расскажу про работу, что я вычитал с инструкции. Так, вот, значит, теперь разбираемся с конструкцией его. На первом этапе, значит, дышать надо через вот эту одну емкость. Собирается вот ему штучок. Так, вот на длинную. На гофрированный переходник. Ага, вот тут ровненько. И одевается сюда. Ну и там курс расписан вот таким макаром. И, значит, тут вот градуированная шкала. Начинаем с единицы. Вот здесь на крышечке 1, 2, 3, 4. Вот так вот вертится. Устанавливаем первое положение и начинаем дышать. Ну, как по инструкции пишут, что можно делать в это время. Ну, видите, фишка в чем, что не надо как бы физически напрягаться. Спокойно можно сидеть, что-то делать. Вот здесь вот такой зажимчик на нос есть. Зажимаем нос. И дышим. Вот таким макаром. Второй этап, значит, это уже емкость вставляется вот в эту емкость. Все тут на крышках вот так туда вставляется она. Так, зажимаем ее пока. Вот в таком положении фиксируем. Вот так. И вот у нас она, второй этап будет вот в таком сжатом положении дышать будет. Естественно, зажав нос, потом опирается. А третий этап мы растягиваем ее вот так. Она фиксируется у нас и в растянутом положении. Ну вот попробуем. У меня тоже таблетки пью, давление высокое. 15-20 минут на первом этапе, и потом, ну, 20-30 минут можно один подход, можно желательно два подхода в день делать. Дышать между делом можно. И как бы принцип действия у него заключается в чем? Ну, согласно инструкции, СО2 в крови регулирует у нас именно расширение капилляров. И если СО2 занижено в крови, то у нас капилляры и сосуды сужаются кровеносные. И вот этот аппарат, он тренирует и, в общем, приводит в норму, нормализует содержание углекислого газа в крови. И за счет этого, значит, расширяются капилляры. И вот с этого знака свыше, который, как я уже говорил, подобрал я на свалке, я тут вычитал, что очень потихоньку можно от всех этих болезней избавиться, избавиться от таблеток. Но это вот и по этой причине я его как бы взял, аппарат простой, посмотрим, не пробовал. Рекомендовать не буду, рекламировать не буду, просто показываю то, что есть, то, что купил. И вот на данный момент я пью 4 таблетки утром и 3 вечером. И вы представляете, да, сколько там побочек. И если эта штукенца поможет мне хотя бы избавиться от нескольких таблеток, это уже будет достижение. Ну, стоимость терпимая, я как бы вот тоже пенсионер, но 2060 рублей, я считаю, это недорого, хотя, конечно, конструкция очень простая. Ну, моется он, в общем, можно мыть. Рекомендую дезинфицировать перекисью водорода. Все это вот разбирается вот так еще раз. Вытаскивается, остался. Это тоже разбирается. Видите, крепко там.
фиксируется. Все помыл, опять собрал, все очень просто, тут никакой резьбы, ничего нету, все просто на затяжках, на этих подгоночке как бы. И все. Вот тут сделано, да, чтобы попадал туда кислород, воздух. Вот такая конструкция. Не знаю, попробую месяца. Но, наверное, за месяц, конечно, результат его еще может не быть, а месяца через два, через три сниму еще ролик и как бы скажу, действенный, недейственный тренажер. Ну вот, такой самоздрав. Сейчас производителя найдем. Ага, город Самара, Россия. Все чисто наше. Нормализация кровоснабжения важнейших органов обеспечивает эффективную возрастную реабилитацию, избавление от ишемической болезни сердца, гипертонии, бессонницы, мигрени, запора, ожирения, остеохондроза. Ну, я уже читал, избавление от бронхиальной астмы и хронического бронхита. Ну ладно, так все любят писать. И вот тут еще кратенько, сейчас вам зачитаем. Курс представляет собой ежедневно 20 минут сеанса дыхания воздушной смесью с повышенным содержанием углекислого газа CO2, создаваемого тренажером. Ну вот, и тут еще вот этот измеритель минутного объемного дыхания, какая концентрация CO2 в крови. Вот такой самоздрав. Всем здоровья желаю. Всем до свидания.